Всем привет, ребят! В этом видео хочу показать, как ухаживать за казаном после того, как вы их приготовили. То есть закипела вода, не успел снять, как закипела вода. Что мы делаем после того, как закипела вода, слили воду и теперь наливаем воду. Берется просто обычная тряпочка, вот так вот натирается, слегка протирается, просто без каких-то фейри, мыла. После того, как слили воду, просто взяли, вытерли тряпочкой сухой и все. Можно еще капнуть вон маслом, да, Фер? И все это растерли. Вот так вот. И все, и казан у вас будет жить вечно.